Hi guys, welcome back to Junris Vlog Gadagri. So for this video reaction, let's go to Russia. Privet and Spasiba to our Russian friends. And the title of this video, as you can see on my thumbnail, Putin West must stop the responsible policy by imposing foreign values on other countries. Oh my god, this is an incredible topic. I cannot wait to listen with Putin with regards to these issues. And credit to the owner also with the video Russia Insight. I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click on the subscribe button, click on the notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to Russian videos or any Russia that you can suggest or artists, drop it in the comment section. I'd love to read and respond to you all and make your video request. So let's get to it. Enjoy, and please turn on the CC down there, the subtitles, so that you can have your Russian and English subtitles to our non-Russian also. Enjoy guys, and I really want to hear also with you at the comment section what are your thoughts with regards to this issue. Wow. Thank you so much for this video. Талибан контролирует сегодня практически всю территорию страны, включая столицу. Это реалии, и именно из этих реалий нужно исходить, развивая, не допуская, безусловно, нужно прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремления строить в других странах демократия по чужим лекалам, не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы. Мы Афганистан знаем, знаем хорошо, убедились в том, как эта страна устроена и как контрпродуктивно пытаться навязывать ей непривычные формы государственного управления и общественной жизни. Любые подобные социально-политические эксперименты еще ни разу не увенчались успехом и приводят лишь к разрушению государств, деградации их политической и социальной системы. Вместе с тем, мы видим, что талибы уже объявили о завершении боевых действий, приступили к наведению общественного порядка, обещали гарантировать безопасность местных жителей, иностранных дипмиссий. Надеюсь, что все это будет воплощено в жизнь. Данный процесс должен внимательно отслеживаться международным сообществом при координирующей роли Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Еще один момент. На наш взгляд, особенно важно сейчас не допустить проникновения террористов всех мастей на территории сопредельных с Афганистаном государств, в том числе под видом беженцев. На фоне происходящего сейчас в Афганистане, как вы оцениваете итоги 20-летней операции США и союзников, можно ли это назвать полным провалом? И станет ли это поводом для пересмотра подхода коллективного Запада во главе США к демократизации извне третьих стран? Что касается операции в Афганистане, то успешной ее назвать, конечно, нельзя. Но не в наших интересах сейчас топтаться на этом месте и говорить об этом как о каком-то провале. Мы были заинтересованы в том, чтобы ситуация в стране была стабильной. Она сегодня такая, какой она является. Я думаю, что у многих политиков на Западе приходит осознание того, о чем я сказал в своем вступительном слове, а именно, что нельзя навязывать извне стандарты политической жизни и поведения другим странам и народам, несмотря на их особенности этнического состава этих стран, религиозного, их исторических традиций. Вот думаю, что такое осознание, в конце концов, должно прийти и стать одним из практических руководств к осуществлению реальной политики. Мы видели, что происходило в период так называемой арабской весны, в Афганистане. Но нужно, чтобы все наши партнеры вот, сделали это правило универсальным. Относиться с уважением к своим партнерам
и набраться терпения, если что-то нравится или не нравится, все-таки предоставить им, этим народам право самим определять свою судьбу, как бы долго они не шли по пути демократизации своих стран, и как бы нравилось или не нравится, не нравилось то, что там происходит внутри. Выстраивая добрососедские отношения и уважая интересы друг друга на международной арене. Вот я думаю, что в этом урок Афганистана, а мы вместе с другими партнерами и с Соединенными Штатами, и с европейскими странами, а мы, это Россия, должны сделать все для того, чтобы объединить сегодня усилия с целью поддержки афганского народа, с целью нормализации ситуации в этой стране и налаживания с ней добрососедских отношений. What the man with words, this a wise word from a wise man. Really, goodness gracious, Putin was putting it into a very nice, very simpler words that you really, like, you can feel the smartness that he has, and he's brilliant. Really, that you can, oh my God, I love this president. He is just like the world leader who speaks with clarity and reason and logic. Oh my God, not just the hype and the spin of it. His class, the classiness, the way how he just speaks and talks, that's perfect. And that's, you really love and admired with those kind of leader in the world that they really want to focus like peace in the world, and no one else come close to this guy. He is really like brilliant and genius that you will love. He is the president that is a prudent and very smart and will experience, and when he open his mouth, it's like people will listen. I know how the Russian people are very, very proud of Vladimir Putin, the president, even other countries. Here in the Philippines also, hands down to this president, because he's one of the greatest president in the world. One, he just like talking about politics or whatever it is that he just speaking to the world, people will listen. And this is the best president in the world. And besides, like talking about the issues of Afghanistan, because this is the current issues that he just like mentioning about Afghanistan, and just really want to be like collaborate with other countries, like helping another nation also that are in trouble. And that's really incredible of him. He is really a great man with a wise words, a true leader in himself. Goodness, I'm so proud. And I know I'm not a Russian, but I'm very, very proud that you have this president, that he is good, smart, a good leader, a wise man. Goodness, I love it. And I enjoy this so much, guys, listening like this one, because you can learn something about it, of how some president looking like very, very smart, tech also with the other countries, they will really want to help. Thank you so much. I hope, guys, you enjoyed watching with this one. And if you do, and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put in the description box below. If you like this video, guys, same as I did, just give a massive thumbs up. Like and share and subscribe also with my channel. And this is Junris Plagadag React, saying stample, say positive, guys. If you want to connect, my social media account is in here. Thank you so much, and privet and spasiba to our Russian friend, and have a good day, everyone. God bless po. Mabuhay tayong lahat. And see you in my next video reaction. Stay safe, everyone.